Во вторник, 13 декабря, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что санкции против России должны быть продолжены. Ей подыграл в этой политической борьбе, однозначно это политическая борьба на просторах не только Европы, но и всего мира, французский президент Олланд. Я напомню, что вся Европа сейчас в ожидании того, как пройдут выборы канцлера в Германии и, соответственно, президента во Франции. Я думаю, что наибольшее ожидание питают, конечно, представители Кремля. Надеюсь, что победят их кандидаты. И сайт Министерства обороны Украины не работает. Очередная хакерская атака, сообщает пресс-служба военного ведомства. Напомню, что буквально несколько дней назад, мы об этом говорили в вечере на 7-м прямом эфире, не работали казначейство, пенсионный фонд, Министерство юстиции. И сегодня многие социальные выплаты, к сожалению, задерживаются из-за того, что эти структуры только начинают восстанавливать свою техническую возможность для проведения платежей, в частности, в казначействе и в пенсионном фонде. Гибридная война, она не только в головах, не только на фронтах, но и вот в киберпространстве. Топовая тема этих дней – Надежда Савченко. Давайте вместе с вами попытаемся ответить на вопрос, чего больше в общении народного депутата, пока еще народного депутата Украины, Надежды Савченко с главарями террористов, так называемых республик ДНР и ЛНР. Это работа на Россию, это попытка спасти пленных или политическая безответственность. Вот такой интерактив. Давайте вместе с вами проголосуем. И сейчас в прямом эфире, вечере на 7-м, попытаемся сложить картину и, возможно, пазлы к тому, чем на самом деле занимается Надежда Савченко. Накануне многие центральные каналы, в частности, это не будет реклама, 1+1, показали, что Савченко общается и предлагает определенные меры для того, чтобы помочь тем людям, которые сегодня являются террористами и воюют против Украины. С нами на связи через несколько минут будет политический эксперт Олеся Яхно-Белковская, а также народный депутат Украины Дмитрий Тимчук, который вместе с Надеждой Савченко является представителем Комитета по национальной безопасности и обороне. И очень важно услышать, какие решения принимает этот профильный комитет Верховной Рады Украины в отношении Надежды Савченко. А пока есть краткий комментарий Службы безопасности Украины о визите Надежды Савченко, ее встрече с Плотницким и Захарченко в Минске. Александр Ткачук, руководитель аппарата Службы безопасности Украины. Короткий комментарий. Про свой намір выехать до суміжної держави с метою зустрічі с кимось и проведения таких розмов Надія Савченко нам не повідомляла. Сразу следует заявить в нашей студии Александр Коваленко, блогер «Злой одессит». Здравствуйте, Александр. Что политическая сила, которую представляет Надежда Савченко, это батьківщина. И Савченко шла там первым номером по спискам. Открестилась от действий народного депутата Савченко. Тем не менее, больше чем уверен. Это моя субъективная, наверное, точка зрения. Тем не менее, и политическая сила Юлии Тимошенко несет ответственность за те переговоры, которые Савченко проводит с террористами. Олеся Яхно-Белковская с нами на связи. Здравствуйте, Олеся. Итак, на ваш взгляд, что же все-таки, чего больше в действиях Савченко? Признаков государственной измены, это попытка спасти украинских пленных любой ценой или политическая безответственность? Ну, вы знаете, я думаю, сложно взять и точно классифицировать, чего больше, потому что Надежда Савченко на самом деле могла исходить из одних мотивов, а по факту может получиться результат совсем другой. То есть я к тому, что как Надежда может совершать какие-то вещи сознательно, так и несознательно, думаешь, вполне возможно, что она искренне работает во благо, а по факту получается результат, как мне кажется, не в пользу Украины, а против Украины. Я считаю, что Такие действия Надежды Савченко, как встреча, тем более несанкционированная встреча, тем более в тот же день и в том же месте, где проходит, по сути, заседание трехсторонней контактной группы, параллельно встречаться с самопровозглашенными лидерами псевдообразований, это, безусловно, работает на антиукраинскую и пророссийскую позицию. Это связано с тем, что, во-первых, это в какой-то степени
отрицает и дискредитирует Минскую площадку. И здесь есть определенная подмена понятий со стороны самой Надежды, когда она говорит, что она работает в развитии и продолжении Минской контактной группы. Как мы знаем, представители Минской контактной группы заявили, что это никак не связано, встреча Надежды Савченко не имеет никакого отношения к Минску. И более того, трехсторонняя контактная группа предполагает участие Украины, России и ОБСЕ. И лишь в отдельных подгруппах присутствуют представители самопровозглашенных образований на приглашение ОБСЕ. Поэтому, с одной стороны, это как раз работает, такие действия Надежды Савченко на тот формат, попытку пересмотра Минских соглашений в той последовательности, на которой все время настаивала Россия, что надо не ждать, пока будет там демилитаризация региона, а нужно идти на политические изменения и, в принципе, встречи с этими самопровозглашенными лидерами как часть этих инициатив, этих политических изменений. Поэтому в этом смысле это, конечно, такая логика поведения Надежды, которая идет абсолютно вразрез и в противоположность всем тем усилиям, которые предпринимает украинская сторона на протяжении всего этого времени, пытаясь доказать международному сообществу и пытаясь, чтобы это было зафиксировано на разного уровня документов, что мы имеем дело с внешней военной агрессией, а не гражданским конфликтом. Поэтому в этом смысле, конечно, такое поведение и такие действия, то есть они не могут быть в русле интересов Украины, независимо от того, какие мотивы, даже если эти мотивы были самые благие, и Надежда исходила из того, что действительно она может что-то сделать для освобождения заложников, то есть я считаю, что такое поведение неправильно. То есть если бы это человек просто на личном уровне предпринимал такие действия, это было бы одно. А если этот человек является народным депутатом и представителем Украины в парламентской ассамблее Совета Европы, при этом ведет и инициирует абсолютно несогласованные действия с официальной оппозицией Украины, то, ну, это, конечно, против Украины, как я сказала. Спасибо огромное. Вам удачи. Я напомню, что на связи со студией в прямом эфире был Киев, столица Украины, политический эксперт Олеся Яхно-Белковская, Александр Коваленко, блогер «Злой одессит». Был комментарий Службы безопасности Украины. Я о технической стороне этого вопроса. Есть комментарий политического эксперта. И теперь ваш комментарий. Чего же больше, на ваш взгляд, в действиях Надежды Савченко, которая представляет сегодня украинский парламент? Я бы сказал даже, что не больше, а непосредственно каждый раз, когда Надежда Савченко что-либо комментирует, либо делает определенные заявления, это несет определенный вред Украине. Поэтому говорить о том, чего больше, это не совсем корректно. Есть одна незыблемая истина, заключающаяся в том, что любое слово Надежды Савченко после ее освобождения из российского, скажем так, плена, вредит Украине на политическом, на общественном уровне, в том числе и на внешнеполитической арене. И я бы хотел сказать, что на сегодняшний день довольно актуальным становится следующий вопрос. Если буквально год назад актуальным был лозунг «Free Савченко», то сегодня актуально на самом деле «Who is Miss Савченко?». Вот что самое интересное. И если посмотреть на действия, которые выполняет Надежда на протяжении, ну, чуть более полугода, как она находится на свободе, то, в принципе, можно сформировать три определенных догадки о том, какую роль она отыгрывает. Прежде всего, то, что понравилось бы и, наверное, устроило бы многих, кто в нее верил, кто за нее переживал, это то, что она проявляет своими действиями, прежде всего, политическую недальновидность и, я бы даже сказал, некомпетентность, именно как политик. Ну, как мы понимаем, она, в принципе, и не является политиком, а политику была, скажем так, приведена партией «Батьковщины» исключительно из каких-то своих внутренних помыслов. Ну, давайте говорить откровенно, дабы побольше получить голосов на выборах.
именно благодаря такому кандидату, как Надежда Савченко, которая на тот момент была всенародной героиней. Второй момент — это больше даже конспирология, потому что есть такое понятие, как презумпция невиновности. И до тех пор, пока ни прокуратура, либо СБУ не выдвинула определенных каких-то доказательств, либо обвинений, нельзя об этом говорить как стопроцентная уверенность. Но все же это не исключено. И оно многих бы не устроило. А именно то, что Надежда Савченко на самом деле завербована Российской Федерацией. Об этом многие говорят. И об этом тоже следует сказать. Есть также еще третий момент, который касается роли Надежды Савченко в большой политике Украины. И он заключается в том, что она может быть использована исключительно как отвлекающий элемент определенных скандальных волн, которые наблюдаются за последнее время в нашей внутренней политической жизни. Если говорить о конкретно данной ситуации, которая возникла с Минском и с ее заявлениями на Софиевской, то они довольно интересно совпали с волной компромата, который возник в адрес украинского правительства, давайте говорить так, якобы компромата, потому что точку в этом должно поставить как минимум следствие, да, определить, насколько да. это компромат. Ну, совпало, знаете. Ну, совпало. Я вот смотрю, как голосуют наши телезрители, и в интерактиве, где есть три ответа, действие Савченко — это работа на Россию, попытка спасти пленных, политическая безответственность. Первый вариант пока проигрывает. То есть о работе на Россию никто не рассуждает. По крайней мере, из наших телезрителей. Говорят о попытке спасти пленных. Хотя, вы знаете, что здесь настораживает? Никаких пока конкретных шагов со стороны Савченко в освобождении одного или там, двух человек, троих, да, сейчас говорить нет. То есть люди, на мой взгляд, это мое личное мнение, голосуют какими-то эмоциональными, эмоциональными моментами, да, говорят о политической безответственности или о попытке спасти пленных. Я вам скажу больше. Вот это голосование, наверное, вы сейчас прокомментируете, подчеркивает тот тезис о том, что Кремль, одна из стратегий Кремля, в том, чтобы победить Украину с помощью украинского общественного мнения, в том числе, да, и когда через определенных полезных идиотов вбрасываются определенные сценарии. Не удивлюсь, если через несколько дней кого-то освободят из плена под эгидой Надежды Савченко. Хотя, опять-таки, скажу, что это здорово, это правильно, это хорошо, когда наших людей будут освобождать. Любой ли ценой? Вопрос вам. Вы знаете, я сначала хотел бы еще отметить, что, вы знаете, я даже понимаю ту часть телезрителей вашего телеканала, которая не голосует за первый вариант. Это очень сложно признать человеку, что он был неправ. Очень сложно признать то, что в том образе, который ты идеализировал, на самом деле ты ошибся. В принципе, я понимаю этих людей. Им сейчас очень тяжело. Многим тяжело признать, что Савченко не та, которую они себе рисовали, те образы, но которые они себе создавали. Александр, официальную оценку, я еще раз скажу, и для телезрителей, конечно, и для понимания в нашей, конечно, студии, официальную оценку будут давать соответствующие органы. Она является действующим народным депутатом Украины со всеми вытекающими. Разумеется. В том числе депутатская неприкосновенность. Конечно. Это так. Но действительно, если прослушать те заявления, которые делает Савченко, даже если говорить о военнопленных, вы правильно отметили, она, в принципе, на сегодняшний день очень много говорит об освобождении военнопленных, но ни одного человека до сих пор не освободила. Будут ли предприняты какие-то шаги под эгидой Савченко для освобождения военнопленных? Возможно, я не исключаю, но у нас уже имеется закон Савченко, насколько вам известно. И он не всех устраивает, и у него есть довольно много изъянов. Как бы ни было, такая же самая ситуация с военнопленными. Но, если говорить о военнопленных, опять же, хочу отметить, что Савченко говорит о том, что правительство Украины делает слишком мало для того, чтобы освобождать наших пленных. Но стоит отметить, что до Савченко в 2014 году, в 2015, в 2016 году военнопленные освобождались. Это сложный процесс, это сложный переговорный такой этап, который не очень просто преодолеть. И тем не менее, есть освобожденные, они выходят на свободу. Да даже сама же Надежда Савченко, благодаря именно правительству Украины и той волне, которая была создана не только при посредством
руководства страны, но и общественности, благодаря этому она находится на свободе. И это лукавство. Ну, лукавство еще и в том, что боевикам, террористам из так называемых ДНР, ЛНР предложили обмен всех украинских пленных, которые официально находятся и учтены. Не люблю слово «учтены», да, чьи судьбы находятся в руках бандитов. Обмен такой. За одного украинского пленного дают 4 сторонников сепаратистов. Ну, более чем достаточно, на мой взгляд. Да. И опять-таки, это судьбы, пусть меня сейчас осудят или нет, с одной и с другой стороны. А на этот обмен никто не идет. Да? Хотя речь идет о том, чтобы до Нового года, там, до Рождества таких людей освободить. Посмотрим, как будет развиваться сценарий. Снова наблюдаем за интерактивом. Немножко меняется. Вернее, довольно-таки кардинально меняется голосование. Уже 61% говорит о том, что общение Надежды Савченко — это определенным образом работа на Россию. Попытка спасти пленных — 28%. Политическая безответственность — 12%. Мы к финалу уже выйдем, тогда прокомментируем итоги. Я обещал, что с нами на связи будет народный депутат Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук. Давайте послушаем его мнение. Он тоже является членом профильного комитета Верховной Рады Украины, как и Надежда Савченко, которая, я помню, прекрасно ушла с определенным скандалом после того, как на этом комитете рассматривался бюджет вооруженных сил на следующий год. Давайте слушаем Дмитрия Тимчука. Заседания комитета как такового еще не было. Дело в том, что были только, скажем так, консультации между членами комитета и руководством комитета в нештатном режиме. По идее, комитет может собраться или завтра, или послезавтра, но я думаю, здесь уже это зависит от руководства и секретариата. То информация, которую я владею, то комитет в целом, конечно, осуждает комитету Савченко. Есть предложение о том, чтобы поставить вопрос о лишении ее доступа к государственной и военной тайне. Насколько это решение будет поддержано в зале Верховной Рады и вообще будет ли оно вынесено, то есть предварительно необходимо ряд процедур оформить. Я сказать не могу. На самом деле прецедентов не существует, чтобы депутата, который имеет доступ ко всем степеням государственной тайны, лишали такого доступа. И механизм этот не отработан. Но на то Верховная Рада является законодательным органом, чтобы, если возникают подобные ситуации, законодательно их урегулировать. Я считаю, что абсолютно ненормально, когда без всяких санкций, без всяких полномочий представители комитета встречаются с главарями боевиков, с представителями организаций, которые Украиной и той же Верховной Радой признаны террористическими организациями. Это уже ненормально. При этом данный депутат является носителем данных, которые составляют, как я уже говорил, государственную тайну. Кто контролирует, что она оказывает, какими данными делится, какую информацию предоставляет нашему противнику, для нас покрыто мраком тайны. И не существует механизма контролировать эти контакты и контролировать передачу какой-то информации. Я уже молчу про политическую таких действий. Mm-hmm. То есть, по сути, Савченко играет на руку Кремля, либерализируя, в кавычках, антитеррористические режимы. То есть, хотя как народный депутат в контакт и ведя какие-то переговоры с ними. Для Кремля это, безусловно, имеет очень большое важное значение, и это в этом для Путина кроется огромный повод для оптимизма, поскольку можно говорить о том, что вот представители там украинского народа, украинского парламента ведут официальные переговоры. Мы не исключаем, что для того, чтобы укрепить эти позиции Савченко по переговорам с террористами, будет сделан какой-то жест доброй воли со стороны Кремля, например, освобождение украинских военнопленных. Я напомню, что это было мнение народного депутата Украины Дмитрия Тимчука, который тоже является членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. Александр, вопрос такого плана. Во многом, да, сходятся точки зрения тех людей, которые уже в этой студии говорили по телефону. Мы с вами общаемся в студии прямого эфира. Есть высказывание самой Надежды Савченко, которая заявила о том, что все это видели, повторять не будем. Плотницкий и Захарченко, вожаки этих террористических объединений, они не черты, из ними можно спілкуватися, да, и все остальное. А когда все такие умные, и в этой студии, наверное, в том числе, да, и по ту сторону экрана,
все здраво рассуждают. Сработает ли этот план Кремля, если он как таковой существует? Давайте я выскажу такое небольшое сомнение. Вы знаете, сработает ли он, покажет, конечно же, время. Если он действительно существует, опять же. Но определенный эффект каждый раз, когда происходит определенное заявление Савченко, он имеет. Это, прежде всего, эффект, который несет морально-психологическое напряжение в обществе. Это раз. Два. Это возникающийся эффект от недоверия правительству. Определенного количества народонаселения, которое доверяет образу Надежды Савченко. И, безусловно, это, опять же, на психологическом уровне происходит воздействие, насаждение нарратива о том, что Украине нужен мир. Мир, который необходимо получить через переговоры с главарями ЛНР и ДНР. То есть, по сути, Савченко своими заявлениями... Легитимизация этих, так называемых, она является проводником легитимизации ЛНР и ДНР. При этом призывая... При этом выборы должны пройти без украинских партий и переселенцев под контролем боевиков, и должны победить боевики. И переговоры, опять же, нужно вести не с чертами, но с теми людьми, на плечах которых русский мир пришел на Донбасс, на оккупированную часть Донбасса. И стоит отметить, что, по-моему, это ясно уже как день, что данные люди не являются независимыми личностями, независимыми, ну, назовем так в кавычках, политиками вот этих вот недообразований. Это марионетки Кремля. То есть к чему призывает Савченко? По сути, к переговорам с марионетками, при этом без какого-либо участия третьих сторон, таких как международных партнеров Украины в тех же самых переговорах Минск. Я, кстати, еще раз приведу цифру, по какой, по формуле украинской стороны хотел Киев, официальный Киев, ну и, соответственно, все мы, особенно родственники пленных украинских граждан, произвести обмен. 42 украинских военнопленных находятся там, на территории временно оккупированной, и обменять их хотели на 228 человек. Да, то есть пропорция, ну вот сами, 42 и 228. Почему до сих пор не обменяли? Почему до сих пор не обменяли? Если Плотницкий и Захарченко, вони не черты, с ними можно добавляться. Почему они до сих пор кто не обменяли? Кто вони, я думаю, надо спросить у тех людей, которые потеряли своих близких, родственников, друзей, причем с одной и со второй стороны. В этой ситуации могу только сказать одно, что вот этим горе-переговорщикам, это, наверное, мои личные эмоции, пусть ночью приходят 200. Вот больше ничего не пожелаю. Пусть они там с ними потом разбираются. У нас остается буквально 2 минуты. Еще раз скажу, что политическая партия «Батьковщина» открестилась от, чуть сказал, Тимошенко, конечно, от Савченко, да? Но вряд ли украинское общество забудет, что именно «Батьковщина» привела Савченко в Верховную Раду и наоборот. Говорим «Савченко», подразумеваем «Батьковщина» и наоборот. Это уже что-то сродни по Маяковскому. Каким-то образом вот эта ситуация сыграет на политических амбициях той политической силы, о которой я уже сказал? Я уверен, что да. Давайте вместе с вами подведем итоги интерактивного опроса. Общение Надежды Савченко с главарями террористов ДНР и ЛНР – это прежде всего работа на России, попытка спасти пленных или политическая безответственность. 54% говорят, что вполне вероятно, это работа на России. Попытка спасти пленных 37%, соответственно, и о политической безответственности говорят 9%. Посмотрим, как будет ситуация развиваться, прежде всего, информационно и официально. Есть структуры, которые должны ответить на те вопросы, которые прозвучали и в этой студии. Александр Коваленко, блогер «Злой одессит». И мне уже интересно, Саша, сколько просмотров будет у вас на страничке после этой программы. Увидимся на 7-м. Все будет доброе.